Всем еще раз здравствуйте. Коралл DX7. 200-300% присутствия, конечно. Шикарные колонки. Выпускались после X7. Многие говорят, что в целом одно и то же. Да, X7, которые раньше выпускались, DX7. Но на самом деле, я бы сказал так, что эти колонки тяжелее. DX7 весят 31 килограмм одна колонка, а X7 весят у нас, насколько я помню, то ли 26, то ли 27 килограмм. Здесь корпус сделан из чистого дерева. То есть, если посмотреть, тут просто задние стенки просто в палец почти задняя стенка. Они очень тяжелые. То есть передние и задние стенки, они еще усилены. А по размерам, кстати, X7 ширина, высота такая же, а глубина у этих глубже, скорее всего, за счет, наверное, вот этих стенок. Ну, они в таком золотистом свете. Видео, наверное, передает, что неравномерно, но на самом деле одинаково. Просто свет так падает. Золотистые, одинаковые цветы. Здесь просто пожелтее кажется, как будто, но на самом деле они одинаковые. Это из-за цвета. Из-за света, вернее. Корзины в отличном состоянии. Динамики все рабочие, подвесы мягкие. Штатные корзины. Все good. По корпусам, конечно, есть недочеты. Потому что колонки нереально тяжелые, нереально. Есть по корпусам недочетики, да, шпон, здесь натуральный шпон идет. Кое-где есть затертости, какие-то царапки, да. В целом нормально, но такие тяжелые колонки, ну, нереально, конечно, сохранить в первозданном виде. То есть вот здесь вот есть чуть-чуть. То есть здесь буквально позаниматься немножечко со шпоном. Здесь углы-то целые, они все нормальные, но есть небольшие огрехи. Да, вот потертость. Ну, то есть по-хорошему их просто, так как это натуральный шпон, он зашкуривается, покрывается там, например, масло с воском, или, ну, можно даже не красить, масло с воском, и они придут в порядок. Если уже там сильно заморочиться, можно и восстановить уголки немножечко, зашпаклевать что-то. Ну, не знаю, в целом, как бы, ну, нереально такие тяжелые колонки сохранить в первозданном виде. Они еще больше, чем Yamaha тысячные, чем тысячные мониторы. Казалось бы, вес у них один, но по ощущению, как будто эти там в полтора раза еще тяжелее. Очень. Еле-еле их можно там переставить, перенести, это просто нереально. Сетки тоже есть в наличии, но какие-то все равно огрехи есть, их помыть, почистить. И на одной сеточке нету, потерялся логотип. А так в целом целое. Вот здесь чуть-чуть. Я их не протирал, ничего не делал. Звук свой, совершенно не похожий на что-то. Поэтому, конечно, они пользуются популярностью у нас в России. Более какой-то с эффектом присутствия. Yamaha, да, они очень детальные и все, но
кораллы, они по-своему хороши, у них свой звук. Свой звук, своя детальность. Но на кораллах, например, в некоторых композициях слышно то, что чего не слышно на Ямахах. Да? Какой-то передача, как звучат инструменты, что там с этими инструментами происходит. Ну а так шикарные, конечно, колонки. Всем спасибо. На самом деле сейчас еще, наверное, включу, послушаем еще немножечко.